День 24 сентября должен быть максимально спокойным и умеренным во всех проявлениях. Абсолютно противопоказано начинать в пятницу серьезные дела и решать сложные вопросы. Не стоит поддаваться желанию что-то изменить. Овны, смелее приступайте к приобретению необходимых товаров и услуг, не экономьте на красоте. Но траты должны быть целесообразными, приобретения принесут ощутимую пользу. Вам поможет в правильном выборе ваша интуиция. Тельцы, у вас впереди очень благоприятный день для любых начинаний. Может свершиться то, о чем вы так долго мечтали. Возможен флирт. Для вас 24 сентября идеален для кардинальных перемен в судьбе, например, бракосочетания. Близнецы, у вас наступает удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения. Раки, вкладывайте свое время, деньги, интеллект в собственную красоту и здоровье. Это себя оправдает. Неплохо посетить специалистов в тех областях медицины, где у вас возникали ранее проблемы. Львы, не позволяйте себе излишеств, не увлекайтесь деликатесами, не тратьте деньги попусту. День хорош для карьеры, обращения в инстанции, работы с документами для завершения старых дел. Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад. Особенно будьте вежливы с особами противоположного пола. Девы, вас ожидает чудесный день для начала партнерских отношений, как в делах, так и в личной жизни. Есть шансы стабилизировать свое финансовое положение, воспользуйтесь случаем. Возможно, вам придется обратиться за помощью к авторитетному человеку. Весы, у вас могут появиться новые источники заработка, включите фантазию. Грядет великолепный день для развития бизнеса, приобретения недвижимости, торговли. Отличный день для бракосочетания и создания партнерского союза. Скорпионы, уверенность в себе, такт и уважение к партнеру – залог вашего успеха. В общении с противоположным полом не будьте слишком закомплексованы и сдержаны, ведь от вас ждут более решительных действий. Стрельцы, самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола. Новые знакомства обещают быть долгими и приятными. Идите в народ, посетите концерт, театр или посмотрите кино. Козероги, 24 сентября вам будет свойственен напор, вы слишком активны и можете переусердствовать. Будьте рассудительны, постарайтесь ограничить свои задачи на этот день, чтобы сделать их хорошо и не распыляться. Водолеи, старайтесь быть терпимее к тем, кто имеет другие взгляды и вкусы. Вы можете потерять благосклонность начальства и расположение коллег. Не проявляйте грубости, это может привести к проблемам с близким человеком и даже к расставанию. Рыбы, в целом вас ждет удачный день, но будут периоды, когда вам придется туго. Попытайтесь держать себя в руках, даже если будете раздражены и возмущены. Гасите дурные эмоции и не ввязывайтесь в ненужные споры и конфликты. Этим вы сохраните свое здоровье и хорошие отношения с окружающими. 24 сентября всем знакам зодиака на работе лучше решать задачи, которые не требуют моментальных решений. Дома оптимальный вариант – это заняться ежедневными рутинными делами. Можете заняться своим приусадебным участком. Звезды знают, что говорят.